О строительстве нового корпуса поликлиники на Нижней террасе говорили на встрече губернатора с жителями. В прошлом году строители и архитекторы подготовили проектно-сметную документацию. Получено положительное заключение госэкспертизы. Летом начинается возведение фундамента и кладка первого этажа. Старое аварийное здание бывшего лечебного корпуса уже снесли. Готовится площадка под строительство. После постройки нового корпуса здания, где сейчас располагается поликлиника, планируют переоборудовать под профилакторий. Деньги все необходимые есть. Сроки определены, кто за что отвечает, расписано. Поэтому это будет красивейший комплекс, который у нас прям буквально там через пару лет максимум откроет свои двери. Жителям презентовали проект «Мой округ, мой район, мой город, мой регион», куда собрали все планы по развитию микрорайона. Так, в этом году на Нижней займутся капремонтом домов, восстановлением освещения на нескольких улицах, а также ремонтом ливневой канализации на Ленинградской, Краснопролетарской и Шоферов. За последние 5-6 лет произошли просто колоссальные изменения. Это настолько радостно, что раньше Нижняя терраса считалась каким-то заброшенным районом. Сейчас это настолько цивилизованный она становится район, что здесь жить, работать и вообще просто радоваться жизни очень приятно. Также в планах реконструкция ДК 1 мая. На территории Дома культуры около патронного завода будут благоустраивать площадь трудовой доблести. Напомним, в прошлом году указом президента Владимира Путина Ульяновску присвоено звание города трудовой доблести. По итогам общественного голосования памятную стелу решено установить именно около старейшего предприятия – патронки. Город Ульяновск попал в двадцатку городов трудовой доблести. И у нас на Нижней террасе будет площадь трудовой доблести. Естественно, строительство этой территории за собой потащит еще благоустройство территории. Это фасады домов, дорог, освещение, приведение в порядок озеленение района, деревьев и так далее, и так далее. По проекту в сквере установят памятный знак героям социалистического труда, панно, посвященное трудовым подвигам ульяновцев, а также бюсты героев Советского Союза, володарцам. Анна Тищенко, Улправда ТВ.